В Азербайджане 58 резидентов инвестировали в промышленные зоны около 6,5 миллиардов манатов. Согласно сообщению министра экономики Микаила Джабарова, создано свыше 10 100 постоянных рабочих мест. На следующем этапе в существующие проекты будет вложено более 450 миллионов манатов. При этом планируется создать свыше 4500 рабочих мест, написал в Твиттер министр экономики Азербайджана.